По статистике ГИБДД в этом году на дорогах городских округов Ликино-Дулево и Орехово-Зуево произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Пострадали 20 человек. Поэтому повсеместно в школах проходят уроки безопасности для младших классов. Один из таких прошел в Ликино-Дулевском лицее. Урок «Дорога без опасности» прошел нестандартно в классе, а на улице. Лицей расположен рядом с федеральной трассой. Ежегодно здесь проезжают тысячи машин. Поэтому так важно с ранних лет прививать школьникам правила дорожного движения. Безопасный урок учащимся младших классов преподали волонтеры Ликино-Дулевского политехнического колледжа, сотрудники центра «Спектр» и юные инспекторы дорожного движения. После небольшого ликбеза школьников учили правильно переходить через дорогу.